Автомобилисты Сызрани рискуют разбить подвеску, повредить колесо на многочисленных ямах, которые появились весной. Вместе со снегом растаял асфальт на улице Декабристов, ямы скрываются под слоем талой воды и грязи, поэтому объехать их невозможно. Машины получают удары и повреждения. И такая проблема на многих дорогах города. В настоящее время подписывается соглашение между администрацией Сызрани и Министерством транспорта о выделении денег из областного бюджета на капитальный ремонт дорог. Однако в этом году денежных средств недостаточно. По нашему мнению, всего 207 миллионов вместе с софинансированием города. И получается, это ремонт всего 7 дорог. Это будет проспект Королева, улица Комарова, маршала Жукова, Парижской коммуны, улица Марата и завершение работ по проспекту 50 лет октября Дублер, который в том году в связи с погодными условиями мы не завершили. Это очень мало, всего получается 6 километров протяженности дорог. Если по сравнению с 23-м годом, то мы сделали 11 километров. То есть в этом году денег из области выделяется почти вдвое меньше, чем годом ранее. В этой связи глава Сызрани Анатолий Лукиенко встретился с губернатором. По итогам встречи Дмитрий Азаров поручил региональному министерству транспорта рассмотреть возможность дополнительного финансирования на ремонт сызранских дорог. В этом случае специалисты считают необходимым включить в список капремонта участки на улицах Володарского, Московская, Локомобильная и Вторая Студенческая, под мостами, где соединяются улицы Декабристов и Гидротурбинная. Ремонтировать хотят и дороги частного сектора, в первую очередь в Уваровке и поселке Западном. Асфальтовый завод заработает еще не скоро, а до этого времени ямы уже нужно ликвидировать. В этой связи администрации города Сызрани из бюджета было выделено 30 миллионов 357 тысяч на ямочный ремонт. А на сегодняшний день у нас уже заключен муниципальный контракт с организацией ООО «Энергоресурс» на сумму 4,5 миллиона рублей, которая проводит ремонтные работы при помощи рециклера. Данная технология позволяет производить работы при минусовых температурах. На оставшуюся сумму мы планируем сейчас провести процедуру торгов для установления подрядчика, чтобы в дальнейшем при наступлении положительных температур проводить ямочный ремонт и ремонт картами. В первую очередь ямочный ремонт проведут на основных магистралях с большим транспортным трафиком. Это проспекты и улицы Энгельса, Рабочая, Дизельная, Королева, Декабристов и Комарова. Также по программе модернизации автодорог Сызрань получит деньги из областного бюджета на ремонт асфальта в дворовых проездах. Главное, чтобы областная субсидия не была такой маленькой, как хотели дать. Город ждет больших денег от Министерства транспорта. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, «Вести детально».